Кубанские школьники готовятся покорить Эльбрус. Экспедицию организует известный путешественник Константин Мержоев. В группе 25 человек, из них 10 школьники. В марте они прошли акклиматизацию, поднимались на Эльбрус на 4700 метров. Задача похода, который стартует 13 мая, покорить самую высокую вершину России и Европы и исследовать реку Кубань от истока до устья. Сразу после этой экспедиции Мержоев начнет собирать кубанскую кругосветку 2016 и звезду Кубани по маршрутам боевой славы Красной Армии.